поскольку, как узнал ведьмак, я перешел дорогу воротилам новиградского преступного мира и исчез. В конце концов, Геральт выяснил, что я попал в застенки храмовой стражи. С помощью друзей Геральт, в конце концов, сумел освободить меня. И правильно сделал, потому что я знал, что случилось с Цири. К сожалению, девушки уже не было в городе. Спасаясь от преследования Громила, затем попав в окружение храмовой стражи, Цири вынуждена была телепортироваться. Куда она попала, этого я тогда еще не знал. Надо искать доспехи медведя. Отлично. Так, это мастерские. Так, здесь почему-то два доспеха и серебряный меч. Стальной, наверное, я нашел. Надо проверить. Да, получается только серебряный и 4 чертежа доспеха. Какие проблемы? Кабашка-то как... А есть такая страна, где такие? Будь здоров. Целых 8 очков еще сюда вкладывать, чтобы вихрь был. Ничто не причиняет. Чем? У меня есть... Вы попали по праве... Не надо ли тебе чего? Не шляйся тут! Вечный огонь укажет тебе... Смерть.
Ну, пиздец тебе! Ключ-то интересный. Хватит болтать! К бою! Ищите мою лавочку у моста через Понтер. Вообще-то у меня товар только для войска, но для вас я сделаю исключение. Приветствую! Покажи свои товары. Бывай. Oh!
Давай, плотва. Служба не дружба. Здравствуй. Здравствуй. Будь здоров. Само твое присутствие оскорбление. Очередной приблуда из земель. Ты слышал? Здесь стоит осмотреться.
Ох, и гнусный же ты! Еще должен быть какой-то, да? Подозрительно ты выглядишь, приблуда. Дегенерация. Упадок традиций. Разложение морали. Здравствуй. Здравствуй. Будь здоров.
во два. Пахнет металлом. Иллюзия. Здесь пригодится глаз Нихалены. Здесь стоит осмотреться. Сволочи. Должно быть из-за тумана. Thank you.
Но! Уважаемый, будьте осторожны. На болотах чудище сидит. Кто в туман войдет, тот дома не увидит. Чудовище убито, мгла развеялась. Вот ведь в деревне обрадуются. Ну, вы заслужили награду. Прошу и счастливого вам пути. Колдуньи снова точно слабы. Все обязательно. Черные? Рядания? Дешевые девки? Лишь бы платили и не били. Эй, это наследство. Не я его выбирал. Зато от тебя зависит, что ты с ним будешь делать. Эй, красавчик. Знаю, поэтому я и думаю. Вечно ты думаешь. Скажи, когда что-нибудь наконец решишь. Черные? Рядания? Платили и не били.
ибо не знаете ни дня, ни часа. Сам скотина. Так что или плати, или давай на поле жрать траву. Я за тобой слежу. Я буду за тобой приглядывать, белоголовый. Что-нибудь случилось? Здравствуй. Сделай для меня. Барахло-то взять забыл. Будь здоров. Thank you.
Еще один. Много вы заплатили? Стоит ли с ребенком когда-нибудь? Здравствуй. Сделал. Будь здоров. А, сука, сам не знаю. Но! Глаз не выбили. Буду теперь следить. В городе говорят, что тесак хочет убрать ублюдка младшего. Вперед, Хлотва! Это и есть то, что не важно, Сочи. Добро! Давай монету! Куда вы так спешите? Геральт! Мне...
Бывай. Кажись, у меня чесотка. Как тебя бароновы люди кнутом проучат, не будет? Скажу, все скажу. Где покража спрятана? А, мои дружки, а ты знаешь, что такое коррекционные звездюли? По крайней мере, я вот так... Геральт! Что у тебя... Бывай. Ведьмак, как вовремя! Я так понимаю, для меня есть работа? Да, насчет брата моего Микеля. Он забрал баб из кузницы и повел их в горы. Неделю тому как. Баб из кузницы? Кузница. Богатая деревня была, пока через нее войско не прошло. Хаты сожгли, кладовки объели, мужиков в рекруты забрали. Ну и остались бабы одни. Ни еды, ни крыши. Себе взять их никто не хотел. В Новиград-Риданцы их не пустили. Ну так Микель повел их к старым шахтам.
Там хоть от дождя можно укрыться. И теперь от них ни слуху, ни духу. Я мог бы этим заняться, если награда будет побольше. Что-то как-то многовато. Что-то как-то многовато. Что-то как-то многовато. Ладно, речь же о жизни моего брата, можно и раскошелиться. Договорились. Ну ладно, поищу твоего брата. Как его узнать? Да это не трудно. Он там на всю компанию единственный мужик. Иногда останки в таком состоянии, что трудно определить пол. Останки? Сплюньте! Самое большее дорогу перепутал. Ну а если что, были на нем опорки из телячьей кожи. Сапожник подошву делал. Я ему говорил, не ходи в них в горы, попортишь только. А он ими так гордился. Этого должно хватить. Спасибо. Подальше. Такого нужна большая сила. Следы чудовища. Самый интересный квест. Кровь, похоже, свежая, но тела нет. Еще одна жертва.
на помощь! Что здесь произошло? Он напал на нас. Боги, я не знаю, кто это был, но он был локтя 4 высотой. Скажи, а остальные... Убиты. Ведьмак, отомсти за них. Убей эту бестию. Прошу тебя, у меня нечем заплатить. Но брат Микеля, проводника нашего, он человек денежный, он тебя вознаградит. Спроси его в корчме на распутье. Тебя боги, ведьмак. Проснулся. Мать должна быть недалеко. Thank you.
Кровь, мясо, пищеварительные соки, корм для молодняка. Глава-глаз. Ядовитый. Просто не помню, или он тут, или там дальше, Главоглаз. Еще где-то яйца есть. Что умеешь?
Ботинок с клеймом мастера подошвы. Все, что осталось от тела. Сам лезешь на меч? Вот и хорошо. Сам лезешь на меч? Вот и хорошо. Забрать трофей для брата Микеля, как доказательство.
Да ну нахрен. 60 интоксикации. Такого никто не ожидал. Зажарили собаку. Похоже, совсем изголодались. Можете выходить, я вам ничего не сделаю. Ты когда в последний раз ела? Неделю назад. Половинку жареной белки. А потом еще немного ягод. Возьми-ка, поделись с остальными. Это нам? Правда? Вот спасибо. Вот вам тогда. За вашу доброту. Ух, у тебя глаза, как у моего котеночка. Ты убьешь всех чудов? Пошла!
можно немного парчи получить. Помочь ведь? Привет. Я бы что. Прощай. Мне от нее уже из жопы щепки лезут. А помните, раньше-то едва зайдешь в чащу. У меня плохие вести. Твоего брата убил Главоглаз. Единственное утешение, я за него отомстил. Тоже мне утешение. А ведь говорил я ему. Микель, чего рвешься чужакам помогать? Сиди на жопе ровно, не то беду накличешь. Ну, чего ты тут торчишь? Чужой бедой питаешься? Нет, я питаюсь кашей с маслом, как и любой другой. Так что заплати, чтобы мне было на что ее купить. Я бы тебе заплатил, если бы ты мне Микеля живого привел. Мне положена награда, давай деньги. Награда положена. Возьми. После того, что ты для нас сделал... Это и есть тот хламак, страшил. Не к добру это. Ох, не к добру. Половод мне только не хватало. Но! Если льет, может мерзавцы из замка не высунуться.
Что скажешь насчет партии в Гвинт? Значит, играл уже с ним. Ну что? Покажи, что у тебя есть на складе. Будь здоров. А мечи у тебя пропали?
Сколько мне еще ждать? Пошла. Геральт. Наконец-то. Бывай. Мастерские доспехи вроде как на 34 уровне.